пейзаж панорамный, о котором мы видели же на рассвете, или же на закате снято. Скорее всего, это может быть, скорее всего, закат, по моим понятиям. Вот. Это широкомасштабная съемка, будем так говорить, это первое место. Второе место, да, я согласен с женщиной. Вот. Женщину зовут Татьяна Михайловна. Татьяна Михайловна, да? Значит, это снимок символизирующий не только реку, но, то есть на переднем плане здесь лодочка, плюс легкая дымка, солнечные лучики, это очень и очень удачно. Я бы даже сказал бы первое место, но все-таки в приоритете пейзаж первое место, это второе место. Вот здесь интересно, здесь очень интересная работа. Третье, здесь определиться очень тяжело, в том плане, что все снимки хороши. Этот снимок с глубоким смыслом о прожитых днях на одном и том же месте, то есть на родной своей земле. Этот снимок будущего нашего поколения, который молодежь интересуется нашим экологией, той же природой. Да, в принципе, все снимки. Вот этот снимок интересный, работа интересная. Ну а третье место, я бы говорил, вот хороший снимок, но жаль, здесь не видно, где-то, может быть, в дымке. Вот интересный снимок.